Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Роберта Фицпатрика «Спроси маму. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и навалиться на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Правильные вопросы – правильные действия. Опросы групп потенциальных клиентов – это один из основных инструментов, который на ранних стадиях MVP позволит выбрать единственную правильную дорогу. Тест для мамы. Говорите о жизни, а не о продукте. Говорите о прошлом, а не о будущем. Больше слушайте. Главный тезис книги, после которого ее можно читать с удвоенной силой. Во-первых, важно, способна ли ваша мама понять, что вы задумали, и способны ли вы объяснить происходящее так, чтобы не возникало никаких дополнительных вопросов. Факт номер три. Умеете распознать поворот не туда. Если в ходе ответов на вопросы вам начинают делать комплименты, вы не понимаете, какое будет дальнейшее практическое действие, можете быть уверенным, разговор свернул не туда. Неважно, что вы думаете о продукте. Одно из самых больших заблуждений. Мы живем в плену иллюзий. Продукт нравится, нужен мне, продукт нравится, нужен вообще всем в мире. Факт номер пять. Микросегментация. Нельзя делать продукт сразу для всех. Чем меньше выделенная группа покупателей, на которую вы ориентируетесь, тем круче. Встреча важна. На встречу нужно приходить подготовленным. Кроме подготовленного перечня вопросов, важно четко передать настроение, тезисы, интонации и фактаж, который вы получили от собеседника в ходе интервьюирования. Встреча после встречи еще важнее. Если вы работаете не один, то критически важно донести до всей команды именно те тезисы, которые передал вам потенциальный клиент. Восьмой факт. Всегда делайте пометки. Заметки важны по двум причинам. Вы посылаете сигнал в мозг, что информация сохранена. Вы и вправду сохраняете информацию в удобном для дальнейшего использования виде. Мнемотехника и символы. Если нет возможности использовать диктофон и камеру для записи ответов, используйте символы, помогающие быстро фиксировать эмоции и намерения собеседника. Десятый факт. Движение вперед. Теория обеспечивает основу, но не дает результата. Лучше провести 10 ошибочных встреч и сделать выводы, чем прочитать 10 книг и не провести ни одной встречи. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Спроси маму» и подкаст с детальным разбором книги. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».